как вас пациенты маленькие называют? Тетя Катя. А почему так? Ну, не знаю, так им удобнее. Меня зовут Цветкова Екатерина Олеговна. Исполняю обязанности зав. Отделения в анестезиологии и реанимации номер 2 детской областной клинической больницы, специально для проекта «Тверь-Тим». Я вообще не могла представить, что я пойду вне медицины куда-либо. Со старших классов подрабатывала санитарочкой в роддоме. Анестезиология и реанимация, конечно, очаровала тем, что это возможность помочь, обезболить. Это не только призвание и труд, который вкладывается в эту профессию, но это вот на грани какого-то волшебства. Это благородная профессия, учит и сочувствию, и переживанию, бескорыстию, а самое главное – это желание помочь. И когда ты видишь вот эти благодарные глаза детей, которые переводятся уже из реанимации, допустим, в палату к маме, или наоборот выписываются и говорят: «Тетя Катя, спасибо», это вот дорого стоит. Стараемся обеспечить среду, которая будет им интересна даже при транспортировке ребенка в операционный блок, например. В том числе и на вертолетах, авиабортом. Работа с детьми. Если относиться как к работе и быть специалистом в своей профессии, и относиться как к специальности, которая спасает жизни, мы просто выполняем свой долг. Стараемся справиться с эмоциями. У тебя колоссальная ответственность за жизнь и здоровье пациента, и ты должен соответствовать требованиям к оказанию медицинской помощи на высоком очень уровне. Чувство, когда ты помог, вот, несравнимо ни с чем. Даже если иногда тебе не сказали спасибо. Ну, ты знаешь, что пациент поправился и ушел домой своими ногами.